началась борьба за воротами Демидова. По-прежнему шайба в зоне гостей. И вот сейчас может опасный момент получиться. 2 в 1 выходят хоккеисты в белой форме. Счет матча открыт. Всего 38 секунд понадобилось. И Киселек. Ильгибаев отдает на Ипатова. Гуликов налево. Яхан заряжает. И гол. Подскочила шайба. И 2 в 1 сейчас будет атака. Алматинцев Нестеров решает делать все сам. Вот это да. Какой сейчас финт заложил Воробьев. Шикарно все делает центр-форвард Алматы и крайний нападающий. Это были Илья Казалов и Алексей. И выход 1-0. Александр Воробьев. Еремеев спасает свою команду. Потому что тут совсем не ладится игра в обороне. Пути Миртау. Это передача прервана. Нестеров в опасной атаке. Оставляет Бурделеву. Бросок тоже низом. И на добивании был Воробьев. Не сумел он переправить мимо распластавшегося Еремеева. Но все-таки во второй фазе атаки Казалов против него выигрывает бросание. Здорово ложится под бросок. Кошелев. Шайба проходит мимо. Ницевич оставляет шайбу Гусейнову. Финтит там Мусаев. Бросает из круга вбрасывания. 4.25 со старта третьего периода. Эти миртауцы наконец-то счет размочили. Бельгибаев на скорости справа. Центр на Ефимова. Бросок и гол. Ну и все, здесь теряет шайбу Тимиртауса. Выбрасывает алматинцев из зоны. И матч закончен. Очередное поражение на домашней площадке. В пользу хоккейного клуба Алматы. Завтра в 19.00 состоится повторная встреча. Не пропустите.